28 октября 2018 года автобус на Фельдман парк бесплатно отправляется вон оттуда в 9:31. Но поскольку автобус бесплатный, попасть в него примерно вот так. То есть можно и не попасть. Посему двигаем в таком случае через подземный переход на маршрутку стандартную, которая вон она в районе того светофора, который сейчас грузовик закрывает. Фура. Вот в районе этого светофора на той стороне дороги как раз есть герой братья автостанция, там на 8-й платформе маршрутка. Сейчас посмотрим, как туда можно сесть.